Куда идем мы с Пяточком? Большой-большой секрет. А идем мы всей семьей, знаете, куда? Смотреть соседский дом. Так, вот машина подъехала, наверное, этот риэлтор. Короче, мы... Тут уже столько домов вот продалось за последний год. Вот тот дом продался. Вот этот. Вот этот недавно в декабре дом продали. Там вообще все новое, полностью новые дома, кухни, лестницы, ванны, туалеты. Короче, все новое. 300... Сколько, не помнишь, вот этот дом был? 365, да? Соседский. 350, ну короче, сейчас уже мы посмотрели вчера на Зилу, уже, короче, где-то 385 или 390, цены растут. Вот этот дом тоже продался, помните, я все его показывала, это когда был такой грязный дом, и они его полностью сделали, ремонт, вообще 170 тысяч стоил. Это, а идем мы вот этот теперь смотреть, соседский дом. Тоже продается. Он находится прямо вот возле нашей почты. Это, вот его ремонт делали. Здесь пожилая пара жила, они съехали. Вот гараж у них. Это самый маленький дом на нашей улице. Так, гараж на одну машину. И он в одном ярусе находится. Вот видите, здесь все два как бы яруса. Флаг американский. Вот видите, на домах всегда вот такой вот замок есть. И там любой риэлтор приезжает, открывает его, и там уже берет ключи для дома. А, есть бахилы, хорошо, они придумали. Сейчас обуемся. Или еще где-то были, не помню. Да. Запах очень приятный. Заходишь, и здесь дверь входная. Так, пол, ламинат. Так, ну туда комнаты. Молодцы, они так украсили все, видите, чтобы дом продать. Так интересно здесь. Такая кухонная зона. Кактус. Все новенькое, холодильничек. Интересная полочка для чего-то, кухня новая, все, микроволновка, плита, все новенькое. Раковина, смотрите, какая хорошая, глубокая, кран такой. Окошко обязательно над раковиной. Так, иди, Никита, вперед. Посудомоечная машина. Так, а что-то она не открывается. А, они ее еще до конца не установили. Знаете, очень удобно первый этаж вот для пожилых или для инвалидов. Так, туда мы, наверное, тоже выйдем. Так, должно быть три спальни мы вроде, да, вчера смотрели. Так, ну здесь вот такая вот комната, где отопление стоит. Ну, можно что-то поставить, да, какие-то там швабры. Так, вот отопление и, наверное, кондиционер. Так, потом туда зайдем. Давайте дальше пойдем. Так, вот первая спаленка, очень маленькая такая. Нормально, как бы типа детская. Так, клозет здесь, такой шкаф. А, как они сделали. Вообще мне нравится, что американцы везде эти новые окна, везде встроенная вот эта и техника, и мебель. Не надо ничего с собой таскать, возить.
комнатки маленькие такие, но знаете, когда дом после ремонта, я обожаю. Все новое, все свежее, пахнет как. Запах такой вообще. И окна они классные тоже сделали. А это сетка. Там, видимо, как-то открывается окно. Тоже, смотрите, такая маленькая кроваточка. Тоже, вот, смотрите, какой клозет огромный, огромный. Столько одежды, полка можно все разместить. А вот это самая большая спальня. Ну вот. Тоже так красиво все сделали. Ой, вот это я люблю одеяло. Вот такие же подушки я покупала. Смотрите, как классно. Ковролин вообще классный, новый такой. Так, вот участок у них. Так, вон там наши соседи. Везде наши соседи, да, Никита? Со всех сторон. Первый дом я снимаю. Что-то те остальные дома никак не получалось. И опять-таки, вот он, встроенный шкаф. Красота. Так. Пол очень красивый, мне нравится. Смотрите, даже новые машинки поставили. Сушилка. Обалдеть. Вообще, какая красота. Samsung. Так, с какой стороны открывается? С этой. Еще и с подсветкой. Пожалуйста. Я вообще балдею прямо от этого домика. Вот так иногда, видите, очень много домов невзрачных снаружи, но зато внутри они очень такие, если ремонт сделать вообще. Так, ну здесь вот тоже полки, полки, да. Там еще краска стоит. Так, такая вот раковина. Тоже все так. Все новое, все, все новенькое. А, вот этот пахнет, вот классно, освежитель. Вот такие тоже мне нравятся лампы. Вот ты какой! В ванне сидишь, да? Унитаз, ну да, все новое. Ванна, кафель, молодцы, все сделали. Окно здесь. У нас же на потолке окно в ванной комнате. Как, Никит, нравится тебе дом? Ой, мне нравится, что техника вообще новая вся. Так. И опять вот сюда выходим. А, вот тут циркуляция воздуха идет. А, локер там стоит, чтобы дверь закрывать, открывать. Так, мы вышли вот на улицу посмотреть. Так, здесь тоже какая-то дверь. А, это же дверь в гараж. Вот. Сторидж такой. Покрасили они весь дом тоже. Пилочки тут везде. Туя. Вот тут у них где-то... А, вон там у них огород был. Постоянно я видела, как соседи ходили здесь. Поливали все. Так, ну тут все убрали, что у них было. Так, ой, соседские дома посмотрим. Ох, ничего себе, какой у них. Вот кто гавкает. Вот мы тебя увидели. Вот чей этот босок. Слушай, что это за порода? Такой огромный, это как этот... Вот это собака Баскервиль. Огроменный. Да-да, видим мы тебя. А, и тут еще вот такой вот тоже сторидж у них. Ну, как сарайчик. Че, новенький, да? Или что? I can live in there. Ага, будешь жить тут. Можно жить везде и тут оборудовать. Так, вот уже соседи, вот наш дом, вон. Узнаете? Узнаете наш дом? Так, вот здесь тоже калиточка, и вот у них, смотрите, здесь крытое место для двух машин. Получается, вот сюда машину они тоже всегда ставили одну, вторую в гараж, вот баки стоят.
Так, счетчик здесь, видите, счетчики здесь всегда снаружи, с улиц, чтобы это... Ну, тут в дома не заходят работники, они просто приходят и смотрят там. Ну, ничего, мне так понравился домик вообще такой. Здесь вот вода, вот шланг. Летом, если что, тут поливать. А, смотрите, какая у них антенна DirecTV есть. Так, тут еще посмотрим. Вот еще шланг. Вот этот стоит, который генератор, там отопление и так далее. Так, ну вот здесь тоже. Так, ну там вообще-то проезда нет. Это уже к соседям. Но, по идее, можно сюда вот загонять машину или что-нибудь. Так, а, они уже посмотрели без меня гараж. Давайте посмотрим, что там в гараже. Короче. Really close. Maybe. Ну, как раз для одной машины или что-то длинное даже такое может. У нас, мне кажется, не поместится там пикап, это вот в этом помещается. Так, Никита тут все расследует, да? Ну как, Никита, тебе дом понравился? Классный, классный.